Всем привет, всем привет! С вами Шмыга на канале Шмыги. Сегодня поиграем в игру под названием Deck Ashes. И. А, да, это вот так происходит. Я просто пытался найти сейв, но сейвы. Почему-то. Подождите, сбросилось что ли? Сбросилась. Очень громкая музыка, нет? Подожди, дай настройки, где настройки? Да, так, по-моему, поприятнее, нет? Если нет, то пишите, если да, то не пишите. А, значит, это вторая серия по игре Deck of Ashes. Это карточная игра по типу... По какому типу, я не знаю. Но мы очень похоже играли в такую игру. Я бы не сказал, но мы такое видели уже, как мы с тобой играли уже на канале в такое, поэтому чего-то такого нового я в этой... Это чё? В конце своего хода у нас всем персонажам 2 урона, понял? Пожирание, когда любой персонаж погибает, будет увеличивать свое максимальное здоровье на 5. Я понял тебя. Так, надо вспоминать, что у меня из-за карты внутреннее пламя. Возьмите 3 карты, это не надо. Огненный шар. Наложить на себя регенерацию. Угу. Цепная реакция. Наносите 3... Наносить 3 урона всем противникам, наносить дополнительные 3 урона за каждую карту со свойством надрыв, разыгранную в этом ходу. Свойство надрыв, а у кого есть свойство надрыв, подожди. Не знаю. Ладно, мы, короче, пока вот так. Так, и мы, короче, вообще на самом деле должны... А, подожди, он на 5 увеличит свое говно. А мы сейчас сможем чпокнуть 3 и, короче, 3, типа, да? Ну давай вот так сделаем. Я просто не понял, что за надрыв. 6 и 3 он сделал почему-то. Ну, давай так, окей. А, на самом деле, штопанный. Уровень первый штопанный. На самом деле... Ну ладно. На самом деле, что на самом деле? Вот так на самом деле. Угу. Ну, пока вот так, ребят. Пока так. Не знаю, как тут дальше, типа, ну, как еще по-другому. Пока так, и смотрим, что сделаем. Он пятеру наносит. Плюс 8. Минус 2. Слушай, он опять... Ну мы сейчас, подожди, мы сейчас должны вот этого загасить. Да. Он должен сейчас помереть. Вроде как. Теперь этот не опасен. Теперь этот не опасен, потому что почему? Потому что... Потому. Так, мы что можем сделать? Мы можем 5 карт случайно. Возьмите 3 карты стоимостью... Это 30. Не, ну давай хотя бы так. Угу. Ну он слабенький, но видишь, как бы у меня колоде пепла 7, давай. Давай, не знаю. У меня 3 карты осталось каких-то непонятных. Что я там за карта осталась? Ну да, он, короче, на следующем он умрет. Да. Это, в принципе, все понятно. Так. Давай-ка мы вот так сделаем.
И вот так сделаю. Что-то мы там создали, я не знаю. Возродить карты? Так. Вот так давай. Да, понятно, да, мы напрасно. Все напрасно. Так. В лагерь давай. Давай-ка зайдем. Обряд воскрешения. Подари золото и привести обряд пепла. Сжечь карты, улучшение. Все карты, короче, он меня возродил в лагере, да? Носить противник 5 урона, носить на 3 урона больше за каждую другую сброшенную карту в этом ходу. Удар. Что тут еще есть? Купить новые таланты. Смотри, за 150 можно, да? Улучшение. Тут это надо кристаллы. Ну, это понятно, короче. Восстанавливать 30 максимум. Ну да, тут идет спам на эти, короче, я понял. Печать грома, снимите щиты со всех персонажей, возродите 10 случайных карт за каждый снятый щит. Неиграбельно, нанесите противнику с наименьшим здоровьем 3 урона в конце вашего хода. Не хочу пока, короче, разбираться в этой теме, потому что... Почему? Не знаю. Так, погнали сюда. А, ты не можешь. Нужно по клеткам ходить. Пошаговая тема, да. Да я понял. Ты там, короче, типа крутой. Владыка региона ищет меня. Понял? А, подожди, а как двигать карту-то? Ой, ёпти. Не надо. Я понял, владыка региона там, короче, ныкается где-то. А, вот так точно все вспомнил. Чё тут? Тут ничего нету? Есть чё? Нет ничего. Тут чё? Тут даже ничего, да? События. Чем дальше я иду, тем злее голод вокруг. Кругом полупрозрачные люди, мне кажется, что они вот-вот растворятся в этом тяжелом воздухе. На их лицах явно проступают глубокие морщины, какие оставляют лишь горе. Измученные голодные люди-призраки, живого у них лишь глаза, горящие ненавистью и жаждой. Мои же запасы тоже уже истощились. Может, украсть у этих беззащитных еды? Едва ли у них найдется даже крошка хлеба. Головокружение спутывает мысли. Останавливаюсь ненадолго, чтобы привести себя в чувство. Кажется, я начинаю терять силы от голода. Хорошо. Пепельная буря. Да-да, аномалия. Подожди, он должен показать мне что-то. Так. Чаша пепла. Наплечник окулиста. Злые ловкости. Да, хорошо. Вот туда мне надо, да? Окей. Нет, вот туда, да. Хорошо. И вот туда. А, или туда уже нельзя, типа, получается. Внезапная помощь. Бой выдался жарким и изнурительным. Я падаю на землю рядом с поверженным чудовищем. Оно оказалось сильнее, чем я думал. Впрочем, с таким я ни разу не встречался. Надеюсь, оно не зарезано, ведь рану оно мне оставило глубокую. Надо бы ее осмотреть, да сил нет. Сначала отдохну, отдышусь, я на секунду закрываю глаза. Прихожу в себя уже темной ночью. Первое, что вижу, травница, склонившая над раной, которая мне наградила этот тварь. Тебе повезло, что я вышла трав собрать. Так бы пришлось бы тебе монстров на одной ноге рубить, говорит она, все еще глядя на рану. Я ее осмотрела, обработала. Лечить-то будем? Предупреждаю, будет больно. Ну, исцелиться. А, в смысле? События опять, еще же. Вы возвращаете на... Не понял. Я замечаю чудовище, прежде чем оно смогло напасть на меня. У меня есть... Вы возвращаете на одну карту меньше на протяжении... Ага, прикольно. Ну, точнее, не прикольно, а плохо. Так. Да, опять события. Он уже здесь. Открыть. Иди в сраку. Настал новый день. Ёптель.
Засада. Засада — это плохо. Это кто? Вепрь. Уэпи. А, на самом деле, знаешь что, надо было сбросить вот эти карты, они мне здесь вообще не нужны. Да. А, пятерку, кстати, я могу накинуть еще, да? Или эту оставить карту. Ну вот эти, да, пока вот эти скинь, короче. Ай! Собака-тварь. Что он там на меня наложил? Что-то я не понял. А я оглушен. И что, я типа не могу вообще... Я понял. То есть я могу только конец хода делать. Прикольно. А, да, вижу. Сорян. Я не видел, что все закончилось. Ну, в принципе... Ну, мы минус 4 получаем, типа, да? Или нет? ...86 мы получили, восстановились полностью. Нет, не полностью. Так. И все, да, продолжить. Так, продолжаем, Бо. Да надоели события, хватит. Вы получили рецепт печать грома. Хорошо. Владыка региона ищет меня. Ты представляешь, где это он? Вот здесь вылезет? Так давай его трахнем, может, нет? Ну, типа, а что он там выпендривается-то, ну? Увеличить атрибуты. Какие атрибуты? Повышает критический шанс на 2, увеличит максимальное здоровье на 10, повышает шанс у ворота на 2, повышает силу на 1 и повышает скорость на 1. Ну, типа... Вообще, я бы вот здоровье на 10 бы увеличил бы, да? И, в принципе, все, потому что у меня денег больше нет. Вы нашли немного пепла. Ну, это шикарно. А у меня ключики-то есть? А, у меня только один ключ, братаны. А, братаны, я пройду мимо. У меня один ключанский. И опять событка. Потеряли одни травы. Прикольно. Точнее, не прикольно, на самом деле. Стой, давай взад. Пепельная буря, отлично. Аномалейшн. Так, я что-то взял там. Тут что у нас? Чаша пепла. Награда 10 и... Ага, а тут? Ну, давай, ну, я хз, короче. А через сколько исчезает? Какой? Обряд сожжения? Да и отстань от меня, ты. Исчезла ты, типа, награда, да? Ой, ёптель! Это он что сделал? Подожди, сбрасывает две случайные карты из руки игрока в колоду пепла. До следующего хода получает двойной урон. Ну, давай пока так.
Какую карту я могу выбрать? Да, все, я закон. Неудача, тут тяжело. Туп-туп. Сколько он отнимает? 15? А что так много-то, алло? Это что за прикол такой вообще? Алло. Говнище. Типа, я понял, ладно. Я, короче, сейчас, наверное, я сейчас туплю, наверное, по-жесткому, да? Да, потому что мне нужно, типа, двадцатку по-любому, по-любасу использовать. Потому что у меня нету ни черта вообще. И, как бы, и чего? Обратно в колоду я скинул это говно. Получается только так. Не, эти карты мне все нужны пока. Почему две... Тупой бар. Да ну, ну это вообще не интересно. Не, это, короче, какой-то бред, ладно. 57. И чё, я ему только пятнашку могу снять, и этому только тоже пятнашку. Так, а... Это просто какой-то бред. Я не знаю, а что делать? Ну хорошо, ладно, давай так. Давай так. Окей. Видишь, у меня не возвращается как бы хпшка. А, типа все, да? Прикольно. Смерть лишь новое начало, да, хорошо. Да, и все, типа, я по новой. Ага, прикольно, это классно. Да, окей, да, я понял. Я сказал понял. Да, я понял. Так, это зайти... Нет, так, сюда. События. Так, что-то там на пути было. Так, здесь еще начало было. Какого боя? Я забыл, что здесь по правилам, типа, ты... Что он там делает? Когда любой персонаж погибает, добавляет малярию в боевую колоду игрока.
Так, во-первых, гори. Во-вторых, вот так гори. Ну и все. А он типа мне хп по полной типа снимает, да? А-а-а, собака, смотри какая. То есть он снимает хпшку вот таким образом, да? Хорошо. Я тебя понял. Идиот конченый, просто ты... Просто ты такой дурак, Шмыга, просто капец, я в шоке. Ну давай эту, я не знаю, что там. Так, карты возрождаем. Так, все возродили карты. Так, подожди, тут же был еще какое-то говно, нет, проходил? Да, вот тут это проходил. События. Бля-бля-бля, вы получили 50 золота. Давай, портал. У меня нету. У меня что-то нету, не знаю. Так, события. Вы не можете создавать карты на привале на протяжении 5 часов. Пепельная буря. Хорошо. Так. В смысле? Да ладно. Я не успел, да? Лошара, блин. Увеличить атрибуты. А у меня денег нет, братан. Извини. Так, мне нужно вообще где-то ключик найти, да? По идее. События, опять же. Торговец покинул лагерь. Неудачно пока, короче. Король лжепок. Короче, меня ищут, да? Там-то какой-то был паучара, типа, да, здесь какой-то не паучара. Очки отдыха на привале увеличили на 2 на протяжении 3 часов. Что-то я там нахожу, короче, пока непонятно. Да, да, ты нас найдешь, я знаю. Пепельная буря. Так. Свиток энергии. Жертва. И вот сюда хочу. Сколько? Еще через 2 хода. А как я... А я не смогу. Вот смотри. Ну а как? Я только вот так смогу и все. Ну типа, камон. 40 золота получил. Шикарно. Открыть. Ну, у меня нет денег, братан, сорян. Я бы так открыл бы все, но у меня баблишка, типа, ну как бы. Баблишка-то нет, баблишечка. Баблишка-то нет, поэтому. Неприкаянный. Неприкаянный. То есть я могу сейчас ее сделать и выбрать какую-то себе карту, да? Прикольно, кстати, нормальная картишка такая. Ну, то есть она реально такая нормальная. То есть я могу взять, типа, удар или периодический удар. Давай удар. Шикарно. Опа, это что такое? Ах ты скотина, тварь. Ну ладно, давай так. Давай так, давай так.
Так а о чем мне в колоду возвращать, если у меня карта как бы, ну, только вот на нее и есть. Ну, то есть, камон. Вы че? А понятно. Скотина. Ну, да, если она сейчас не возродит себе хп, то... Хорош. Хорош. Да, и я не потратил хп даже. Практически вроде, да? Практически. Это плохо. Зачем я опять в бой-то пошел, дурак? Я же не возродил карты. Ой, господи. Так, 22. 22 можно как-то быстро херануть его, да, в принципе. Нажить 3 горения, если на нем нет ни одного. Носите урона. Наложить. Что? Свойство надрыв. А где у меня свойство надрыв? У меня нигде нет вроде свойства надрыва, да? А, три ра... Это нужно было на него делать. Вот мудак. Я мудак, да. Ну, ничего страшного, ничего страшного. Наверное, не знаю. Ну... Ах, ты падла. Жалко. Очень-очень жаль. Но он потом... Он сейчас сдохнет, короче, да? Так, мы сделаем вот так. И мы сделаем вот так. Он меня оглушил, да, падла? То есть я ничего вообще не могу сделать. Я понял. А, я могу только карту поменять. А, не могу. Не могу карту поменять. Ты посмотри даже, а, какая скотина тварь. Минус 8, смотри, какая. Хорошо, вот так вот тебе как? А, вот так вот тебе как? А, нормально тебе там? Нормально тебе там, а? Питяра. Подожди, а я могу вот так сделать и возьму карту удар. Которой у меня нету, да? Да все хорошо. Да, ну да, да. Создать карту не могу ничего создать. На создание этих всех 4, 8, 9. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Прикольно. Прикольно. А, я забыл забрать. Выйди сюда. Забери говно. Нет, не получится. Да, иди, стань ты. Владыка. Сейчас бы таких владык. То есть я сейчас возродил, по идее, все свои карты, правильно? Что, а что значит сжечь? Когда вы разыгрываете гранату, вы возвращаете боевую колоду. Колоду пер... А, то есть я эти карты могу к себе в колоду, да, получается? То есть я могу, подожди, вот так? А, нет. Это отыгранные карты. А зачем я ее отыграл? Я мудак? Ну вот. Так, это не надо. Ты что нам даешь? Амулет восстанавливает одну звезду за каждую карту в вашей боевой колоде. Ноль. Наплечник чемпион, возьмите карту стоимостью 0 мана. Не знаю, что-то там у него взял. Продажа рецептов. Мне не надо ничего продавать-то. И теперь ты у меня, да? Теперь, да? Угу. Ну ладно. Так. Хорошо, дальше погнали тогда. Так. А, извиняюсь. Так. Вопросик. События. Давай. Давай. Выпьте.
Я потерял 40 золота, твою налево. Так. Нет, через сколько оно исчезает-то? Исчезает через 3 хода. Раз, два, три. В принципе, можно. Неиграбельно, нанеси случайному... Хорошо. Нанеси противник 4 урона, скопите все наложенные на него героини, наложенные их на остальных против. Прикольно, кстати. Возьмите карту с максимальной ценой маны, возьмите карту с минимальной. Добор. Но это не очень хорошо. Или очень хорошо. Через 3. А как я через 3? Раз, два, три. Ну давай вот эту, да, возьмем. Или вот эту возьмем. Не, ладно, давай. Ой, ключик. У меня есть ключик, а у меня есть ключик, да, смотри. Подтвердить. Иди сюда. Ключик. Да. 10 золота. Так, тихо. За каждую карту ваша. А, у меня такая есть. Я, мы уже, подожди. Вот это что, нанести случайно против? Ну давай вот это, да, подтвердямба. Ни черта. События, опять же. Опять же. Что там у нас? Выключили рецепт карты сокровищ. Опа. Вы, получается, немного пепла. Так. Ключей нет, один кубок. Да отстань ты от меня, дурак ты старый, а. Ой, смотри, он близко ко мне, кстати, уже. Он скоро он будет свирепый, смотри-ка. Ну, а что мне остается делать? Я не понимаю, я хожу тут как мудила. Очки отдыха, так, окей, на привал пошли. Отдыхам будет. Отдых, буря. Буря бурятская, буря бурятская. Через 3. Цепная реакция есть. Нечестивая книга. Возьмите 3 карты, сбросьте карту из руки. Искра. У меня колода маленькая, куда я что буду брать? Сбросьте нанесите за урон, закажешь, сбросить таким образом карту. 0. О, давай, вот это я возьму. Через сколько ты исчезаешь? Через 3 хода. Раз. Ах ты, падла, тварь. Не, я, может быть, неправильно играю, но... Ну и как бы насрать. Я при оглушении, то есть вообще ничего не могу, да, делать? Типа, то есть я даже, ну, я понял. Слышите, а чё вы такие, эй, алё? Вам что там нужно это, что ли? Алло. Что-то я не понял. Алло, давай. Грустненько стало немножко, да? Упырь. Ой, а вот и ход не врага. Посмотрите. Так, я что-то могу создать. Что я могу создать? Для чего? И все, то есть одну штучку закапываем. Да тихо, тихо, куда я шел-то вообще? Вот сюда же. Нет, подожди. А куда я шел? Я шел вот за этой темой. Да, вот, да? Да. Вот сюда и вот сюда, пожалуйста. Ой, спасибо. А, вон там этот хряк находится, да? Не, мы лагерь, мы в лагерь, мы отдохнем. ХПшку там всякую. То все, я уже буду сейчас с ним, короче, это письками мериться, да? Я правильно понял? Так, хорошо.
Хорошо, хорошо. Ага. 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 Но я ничего не могу сделать. Давай посмотрим, насколько он сильный или не сильный. Но на самом деле тот-то был... Хера-то, конечно. Че? Это что такое? Талант не активен? Что это значит? Ёпты, он на сотку себе поднял. Ах. Прикольно. Мне понравилось, в принципе. Нормально он так, да? За это. Так, подожди, знаешь, что скинь? Вот это скинь. И вот это скинь. Да. Вот ты падла какая, посмотри. Смотри, я его сейчас убиваю, короче, да? И он призывает вот это говно. Почему? А. Хорошо. Да, ну, в смысле, в принципе, нормально так. Это что такое? Вот это... Ты куда уехал, братан? Чё, ты дурак или чё? Подожди, вот это, нанесите 3 урона всем противникам, нанесите дополнительно 3 урона за каждую карту со свойством надрыв, разыгранную в этом ходу. А у меня нету со свойством надрыв-то. А, вот это, типа. Разыгранный в этом ходу 3 урона за каждую карту надрыв. Хорошо, давай ее сыграем. Ёб твою мать, они же еще за уби... Ёба-на-на-на. В смысле? А он тоже будет ху... А, нет, не будет. Так, смотри, этот сдохнет сейчас, да? Этот сейчас сдохнет, этот сейчас тоже сдохнет. Вот этот остался, да? Да, вот так давай. Пока так, пока не знаю, что дальше делать, пока не вот так. По идее, он не должен ходить, правильно? Правильно, все правильно, все честно, да. Так, Феникс, ты сюда. И минус. Так, ты, подожди, теперь ты. А вот что на него чпокать? Или ничего на него? Что ты сделаешь? 5-6 урона сделаешь? 5 урона наложить 3 гоня, если на нем нет ни одного. Лечебная мразь. Лечебная мразь. Нажми на карту типа удар.
Ну давай. А у меня нету ни этого. Давай вот так. Мне опять нужно, видишь, брать. И то есть сейчас этот мудил еще придет, да? Да я понял, хорош. Охереть. Наложите три горения, если на нем нет ни одного. На нем есть три горения. Зачем тогда мне это? Да-да-да, я понял, недостаточно маны. Да не, это бесящее дерьмище, конечно. Очень, ну, не то, что тяжело, а очень... Подожди, 5 урона и 3 горения по 2, да? Правильно я понимаю? 3 горения по 2, 3 горения по 2 это 6 и 5. 6 и 5 это 11, правильно? То есть 2 и... А, ну да. 11, а здесь 3. Да ёб твою мать. Что делать-то? Как быть? Десятку, например, 3 и вот эту, да? А на нем, понимаешь, он же не... Да, он же не... На того-то он не... Ну хотя ладно, давай так попробуем. В смысле? А почему он сразу умер? Лол. Кто понял? Почему он сразу умер? Хотя зря я это сделал, да? Он же бы все равно не ходил. Я, короче, дурак, ну ладно. Так. Так. Сколько у тебя будет? А почему... А почему один раз это сделал, это я чуть не понял. Так, он сейчас будет призывать уже, да? Подожди, а где моя тема? Я ее использовал, я мудак. Мне ничего не остается делать, ребята. У меня, посмотрите сами, что есть у меня, ну, выхода нету. Выхода нет. Ёпти. Чё там? А, он силу, смотри, повысил ему. Он еще. Вот падла какая, смотри. А, так нет. Вот так. Вот так, да, все. Хорош с тебя. Хорош с тебя, хорош. Че там? Время покидать поле боя, выставляем вместо себя троих одержимых, троих стра... Да ты зае... У меня опять карт нету. Как, а как играть-то без карт? Я что-то не понимаю. Он сейчас уйдет, вместо него будет три ублюдка. У меня нету карты возрождения ХП, понимаешь? Как это делать?
Я не понимаю, как играть в эту игру, если честно. Надрыв. Чего? В смысле? Нанесите 3 урона всем противникам и дополнительные 3 урона за каждую... А, ну да, правильно. Что-то я погнал. Немного, да? Бесит. У меня нет карт больше. У меня вот эти карты и все. А как играть-то его? Я не понимаю. Как это играть? Как вот играть? Объясните мне, пожалуйста. Как в это играть? У меня нету карт. Ход врага. Он приплыл. У него 16 хп. Что делать? Смотри, я по красоте. Хорош. Я хорош. 201 ключ. А я хорош. Ты отлично справляешься, я чувствую, как твоя сила растет, но не зазнавайся. Путь в долину смерти не близкий. Только не надо со мной, как с ребенком, жрец. У нас уговор. Ты ведешь меня к леди смерти, а я превращаю ее в прах и снимаю проклятие. Оставь опеку своим куклам Вуду. Почему я? Разве другие изгои не справились бы с моей миссией? Что говорит огонь? Где они сейчас? Я вижу, каждый из вас пошел своей дорогой, но лишь твоя привела к боли и страданиям. Оттого я и выбрал тебя. Не ври мне, жрец, мы все были там, когда разбилась трехлятая шкатулка. Не может быть, чтобы расплата настигла только меня. Жизнь несправедлива. Кому как не тебе это знать? Как угодно, я исполню свою часть заговора, а ты исполнишь свою. Обманешь? Тогда и богом не сберечь тебя. Когда в путь, а? Отправимся на рассвете. Глава 2. А ведь мы обязаны Магнусу тем, что живы. Если бы чертов коротышка не разбил шкатулку, мы бы друг друга поубивали в тот день. Леди смертная, ты рассчитывала? Не сомневаюсь. Мы выжили, но разошлись заклятыми врагами. А ведь эти ублюдки были единственной семьей, которую я знала. Меня переполняет злоба и сожаление. Этот запах ни с чем не спутать. Гиблые топи. Здесь первородный миазм рождает болезни, отсюда расползается зараза по всему континенту. Смотрите под ноги, если они вам дороги. Это дрянное место прямо расцвело от проклятия. Я попросил травницу заготовить побольше лекарственных припарок. Всем дышать через тряпку, воздух пропитан ядовитыми спорами. Так, идти напролом через топи — дурацкая затея. Здесь придется встать в лагере. Мы умрем от малярии или чумы задолго до того, как перейдем топи. Есть план получше. Первородный миазм не упустит возможности опробовать на нас свои свежие инфекции. Он найдет нас сам. Вычистим эту заразу и сможем пересечь топи. Да, ребят, вторую главу. На этом закончим вторую часть прохождения данной игры. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Шумега. Всем счастливо, всем пока. Ура!